Окей, okay, МС справа, представься. Сорт Москва, эй, йоу! Есть чего сказать оппоненту? Оппонент услышит, что я ему скажу в своем треке. Неплохо. Окей. У тебя сейчас есть 7 тысяч, может, для тебя это мотивация? 7 тысяч нормальные деньги, на самом деле. Или черный ящик. Разойдитесь, разойдитесь, он будет выбегать. Кто следующий в паре? Или нет? Остаешься. Остаюсь, конечно, как. Окей, МС слева, представься. Айрон, йоу, бро, Уфа! Ей! Слушай, в Уфе 7 тысяч большие деньги. Ну, один полет в одну сторону, короче, сюда. Ну смотри, ты можешь бесплатно сейчас улететь назад. Спасибо. Откажусь. Отправим кого-нибудь. Окей, тогда меня. Тема третьего раунда. Пыль в глаза начинает МС слева. Ей. А, нагрузи чуть-чуть. Ей. Мне в пару сунули певца, который так и не распелся. Ветра бы в пару сауна, ты пеший пойдешь по рельсам. Любите модный саунд, электронно-блядский. Лупите глупые глаза, фейсом встретите. Годы идут, мы ведь позастряли тут, сомкнули круг. Я видел многих, кто хитер и плут. Покинул друг, хип-хоп всегда был самопал. Но как-то резко проебали вайпы, вокабуляр на песенке. Мне дети ты в этих песнях, певцах, будто в девственницах. Как если бы из борделя гусары попадали. В ваших райских кущах море бацил. Нету вакцины, тот, кто горен, ватцы вам принес. Мать мне говорила, сынка, добрым будь. Батя подарил ружьем, осыпал дроби в путь. Врубил бодрый грув, лес, воздух, рук, Бруклин тут. Читать белый будет друг. Космос рождает суперно. МС грызутся за сну. МС поет, пта молчать. За дурной хип-хоп пора бы отвечать. Космос рождает суперно. МС грызутся за сну. Если пиздеть и не отвечать, тебя отпишут. Зря покинул дом, здесь топ и болот. Брошись стол, кифрон, на кухер взял шезлон. Че за руки в бок с таким набором слов? Ты просто кор, берет бог, дай топор, не вгонит бабку в гроб. Дело в шляпе, друг, но ты не модный шут. Шлягер группы вспомнишь, нет магии в каверах дурака. Дрогнет рука, я спущу обойму в недовольных. Ваш рэп дурно пахнет, я лишь закрыл помойную. Батл с бро, Тайрон рвется в топ, чистит ход. Где было хип-хоп, это мощный флот. Не дурен собой, падаль истреблял. Санитар, это тварь и страх. Не было подвигов Геракла, но шкуру со льва содрал. Хватит гадить, тут не конюшня, а муза. Уже всегда летят головы гидры. Ложатся нет штабеля, все так же сына мать ждала. Приняла земля. Космос рождает суперно. МС грызутся за сну. Приходит время замолчать. За дурной хип-хоп пора бы отвечать. Космос рождает суперно. МС грызутся за сну. Если пиздеть и не отвечать, тебя отпишут в скором времени в грязных вещах. Спасибо! Окей, третий раунд. Пыль в глаза. МС... Ты не видишь в этом смысла, я вижу в этом всю жизнь. На листочке вся история, в ушах все чертежи. Просто слушай меня и окунись со мной в мой мир. Ты узнаешь меня, знаешь, и к чему душа лежит. Ты не видишь в этом смысла, я вижу в этом всю жизнь. На листочке вся история, в ушах все чертежи. Просто слушай меня и окунись со мной в мой мир. Ты узнаешь меня, знаешь, и к чему душа лежит. Отъебись, если не нравится, мы делаем жирный звук. Эти парни за спину отбирают ваших подруг. Будь готов поймать недуг, если вдруг сожрал недуг. Ты думал, что ты крут, но в итоге ты уйдешь как курт. Эй, йоу, what the fuck, твой рэп это просто фан. Мой рэп это катафалк, я тебя убрал, тут факт. Слушай и запомни, сын, сорти на бите убийцы. Моя пыль к тебе стремится, их вонзай словно спицы. В этом смысла, я вижу в этом всю жизнь. На листочке вся история, в ушах все чертежи. Просто слушай меня и окунись со мной в мой мир. Ты узнаешь меня, знаешь, и к чему душа лишь. Ты не видишь в этом смысла, я вижу в этом всю жизнь. На листочке вся история, в ушах все чертежи. Просто слушай меня и окунись со мной в мой мир. Ты узнаешь меня, знаешь.
больше, к чему душа лежит, хоумбой. Йоу, спасибо. Ну, нормально зачитал. Минуты молчания какой-то в середине, непонятно совершенно. Вот. Айрон. Хотя можно Айран назвать. Вот. Но, ну, на самом деле, не стоило требовать звукорежиссера сделать громче бит, потому что не было слышно поначалу. Он потом сжалился над тобой, уже потише дело стало понятно, что ты говоришь. Вот. Но стоит в союзниках держать таких людей, как правило. Но понятно, что по напору, по читке это было сильнее, чем у соперника. Я свой голос даю за Айран. За Айрон. Бро, сорт, ты нормально навалил, как Батлова, но мне кажется, вместо чтобы в конце повторять припевы два раза и вначале, можно рациональнее как бы еще больше навалить. Вот Айрон так и сделал, он показал разные свои стилистики и это время более рационально использовал, поэтому выглядел намного выигрышнее, при том, что ты хорошо побатлил, бро, как бы отлично сделал, но я даю голос за Айрона. Да, когда читал Айрон, я думала, ого, какой стержень вообще. Я даже, может быть, слова иногда только улавливала, но просто я не могла отвести от вас глаз почему-то. Ну вот, все очень выразительно. Нет, я не по-женски сейчас говорю, а вообще, вы очень выразительный человек. Просто было высоких, средних много у вас в бите, поэтому, ну вы старались озвучить, у вас почти получалось. У вас много вот в аранжировке, много высоких. Но когда вступили вы, я подумала, не, в принципе, ну, почти на уровне. То есть, ну, очень круто, музыка мне, я просто забыла, какая у вас была музыка. Музыка мне больше здесь понравилась. И как бы я, как-то драматично у вас было, драматично. Вот, извините, все равно голос отдаю за вас. Такая тема, да. Вот за что я голосую, то есть за Уфу. Вас тоже задел метеорит немножко, но не поэтому. Кстати, мне показалось, если бы минусами поменялись, допустим, он по твой минус зачитал, а ты под его, наверное, он все равно выиграл. Ладно. Раунд. Нихуя ты троллишь. Короче, по выступлениям было интересно послушать обоих. Выдали хороший раунд, молодцы. Айрон поигрался опять голосами и стилями, как я понял. Были интересные рифмы, панчлайны. Братан, у тебя... Ну, ты удивил еще больше, скажем. Вот тот раунд, который ты выдал, ты еще такого не выдавал. И для меня это огромное удивление, но ты красавчик. Ну, мой голос за Айрона, он был сильнее. Спасибо. А дальше идет Уфа. Спасибо. Ну и уже по традиции. Скажи на камеру, вот на ту. Вот на ту скажи, что ты сейчас чувствуешь? Передай привет всем, кто есть в Уфе. Уфа, большой салам вам всем. Мы не зря летели. Мы теперь в финале. Спасибо, ребята. Слушайте Underground и не только новую школу. Е-бой! Эй!